Всем привет, с вами Лосипав, и сегодня я бы хотел вам показать небольшую стратегию игры для алхимиста. Это действует в большей степени для света, но если вы как-то там научитесь для тьмы применять, то, пожалуйста, ну, я вам покажу, как за свет. Играю с ботами, со средними. Так, а для начала, что же нам надо купить? Покупаем Sage Mask, только Sage Mask. И уже идем к эншентам. Мы будем качаться только в лесу на эншентах. Качаем первый скилл, это Acid Spray, то есть плевалку. И качаем первый, третий и ульту. Потом 5, 3, 1. И дальше уже там как вы хотите. Так, на 53 секунде, на 52, на 53 мы должны будем сделать дабл спаун. И потом, дальше уже все покажу. Так, ждем немного, 53 секунду. И сейчас я расскажу, что надо будет купить. Мы должны будем накопить денег на Soul Ring. И потом уже мы покупаем то, что мы хотим, то, что мы думаем, что мы купим. И все такое. Я покупал бы лично Кирасу или Вьолнир, смотря кто у вас в команде, там замедлители или который там, вот как у меня Зевс, профетка, я бы купил бы Кирасу, думаю, чтобы обеспечить их броней. Так, я надеюсь, не засветил их. О да, охренеть. А, еще не появились, не, я забыл. Я забыл то, что они еще так быстро не появляются. На 30 секунде появятся эншенты и все остальные вот здесь крипы. Так, кто у нас с ними думает? Что-то не понял. Все, на 30 секунде они заспавнились. Вот они. И на 52, на 53 секунде, вот уже точно на 53 секунде мы уже должны будем их отводить. Так, ждем 53 секунду. Так, ждем. Все, погнали за мной. Вон еще заспавнились, мы это видим. И где-то вот в это время мы должны вот сюда. Вон так. Мы должны примерно вот на эту хернюшку пустить наш яд. Сейчас я, если просвечу, вот они здесь будут ходить туда-сюда. Вон, видите, что они уже хитуются. И где-то на, не забыл, по-моему, тоже на 53 секунде мы еще раз юзаем этот спрей. Вон, видите, что они уже хитуются. Так, ждем. Немножко запоздал. Из этого может сейчас дабл спаун не быть. Да, дабл спаун сейчас не будет. Если надо найти вот эту точку, когда-нибудь туда-сюда ходить. Я сейчас, я уже думаю, буду ждать. Да, вначале мы не очень как-то качаемся, но зато потом, думаю, уже все будет намного лучше. Так, должны подойти как можно ближе. Все нам приносят. И вот примерно вот сюда. Пищат. Давайте сейчас. Все отлично. Вон, видите, еще дабл спаун сделался. И сейчас с помощью Soul Ring'а мы же накупим
побольше денег. Ну, сейчас вы уже будете все лучше видеть. Сейчас уже первый должен будет подохнуть. Да, первый уже подох. Ждем 5:51-52 секунды. Можно ближе подходим. И примерно вот сюда вот. И... Все, погнали. Вон они опять идут к нам. Второй левел. Денежки можем прокачать. Вон еще заспавлились. Дополнительные монетки идут. Немножко, конечно, мы запаздываем, скачем, но ничего страшного, в принципе. Ну, мы сейчас купим фейзы. Так, ждем опять 51-52 секунды или 53. И опять юзаем эту хернюшку. Рейдер 6. За 14 минут мы будем 10 левелом. Вы исходите? Отлично. Сейчас еще, если не подохнут. Все, отлично. И кто мне написал? Ладно, неважно, кто мне написал. Хотя, ну кто же мне пишет, спамит, блин. Сейчас. Ну, в принципе, вот таким вот вы способом все время спамите крипов. И в 14 минуте у вас будет 10 уровень, примерно 5000 голды. Ну и все, всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы, лайки за такие еще видео, и всем спасибо, с вами был Осипов, и всем пока.